Подрядная организация «Енисей» в эти дни проводит во Владивостоке работы по демонтажу надземного перехода в районе площади Семеновской. Уже убрали витражные конструкции и лестничные марши напротив торгового центра, перенесли сети. Как отмечают специалисты, при демонтаже они столкнулись с тем, что балка перехода, соединенная с фасадом торгового центра, была залита дополнительно бетоном, и сейчас им приходится убирать еще около 8 тонн бетона. В связи с этим вытащить балку пока не предоставляется возможным. Демонтировать ее планируют до конца текущей недели – либо в начале следующей. На сегодняшний день демонтирована полностью конструкция витражная, полностью демонтированы лестницы с этой стороны. Переложен кабель у нас уже, мы переложили все это, подключили все. И у нас вот теперь основной остается вопрос с самими P-образными балками вот этими. Считали, что балки эти находятся в висячем состоянии, что мы можем их отбить по контуру и, так сказать, вытащить их. Но не получилось, потому что там все это было залито, когда делали еще. И, то есть, на балку давило порядка 8 тонн. Мы сейчас вот это все убираем оттуда. И, скорее всего, будем сегодня принимать с администрацией решение ставить какие-то подпорки, потому что вытаскивать сейчас, ну, не представляется возможным, так как с балками с этими завязаны ригельные стойки на витражах. У нас время до конца декабря, конечно, мы все это соберем, все, фасад весь соберем.